В октябре 2016 года выходит первая версия шлема PSVR, и тогда эта технология была не так сильно распространена, поэтому сообщество крайне интересовало шлемом от Sony. К тому же цена была самая доступная среди конкурентов. И да, я пробовал первую версию VR от Sony, буквально минут 15, ибо почти во всех играх меня жестко укачивало, и я буквально не мог долго играть. 1080p OLED-дисплей. И это точно не то разрешение, которое хотелось бы видеть. Да, и пробовал я это все в то время на обычный PlayStation 4 Fat, а это сулило не самые комфортные FPS, чтобы тебя не укачивало. Но несмотря на мои впечатления, которые напрочь отбили на тот момент желание купить девайс, первое поколение шлема продалось тиражом в 915 тысяч единиц, что явно дало понять, проблема не в шлеме, а, наверное, больше во мне. Всем привет, друзья, с вами Дима OnePoint, и в течение месяца я тестировал второе поколение шлема. Здесь я расскажу, какие игры мне понравились, как я смог ездить быстрее в GT7, ну или не смог, насколько удобен шлем и его контроллеры. Но самое главное, укачал ли меня в нем. Усаживайтесь поудобнее, пристегивайтесь. Ну а я погнал. И да, я определенно поздно делаю это видео, но мне очень хотелось протестировать шлем подольше, чтобы сделать максимально объективные выводы. Во время выхода первой версии я очень хотел к себе купить тот шлем, но мне повезло, что я смог протестировать его у друга, благодаря чему понял, что мой организм не дружит с VR. Поэтому как только я услышал об анонсе второго поколения, то начал ждать, ибо VR-технология все так же мне интересна, шлемы улучшаются, а значит, я найду такой, который меня не так сильно будет укачивать. И да. На момент выхода PSVR 2 его было сложно где купить у нас в России, поэтому нужно было искать определенные магазины. И мне в тот момент повезло, что у меня есть друзья из G-Trade. Именно они мне предоставили шлем для этого обзора и чтобы я его протестировал. Кстати, у них не только PSVR 2 можно купить, а также много чего другого из техники, вплоть до Apple и фенов от Dyson. Поэтому, если интересно, то переходите по ссылке в описании. Исходя из всего этого, я подумал, что логичнее сделать обзор в формате вопрос-ответ. И эти вопросы вы мне задавали в моем телеграм-канале, поэтому если вдруг не подписаны, там такая движуха часто, подписывайтесь, ссылочка также находится в описании под видео. Дело в том, что VR-шлема — это такая штука, что она очень сильно откликается с твоим организмом. То есть, насколько у тебя хорошая вестибулярка, насколько хорошо у тебя чувствуют себя глаза и прочие другие вещи организма, которые тебе нужны для игры в VR. То есть, вот у меня какая ситуация? У меня очень слабая вестибулярка, меня может укачивать даже на американских горках. Как вы видите, я в очках, и, естественно, зрение у меня не самое лучшее, это минус один, и глаза у меня в силу моей специализации очень сильно устают от свечения монитора. Поэтому, например, вот эти очки, они для монитора и немножечко усталость глаз снимают. Поэтому да, вопрос максимально актуальный. И что я могу сказать? С моими не самыми лучшими человеческими показателями, так сказать, да, я все-таки выдерживал где-то 3-4 часа играть в VR. Укачивать меня не укачивало, на удивление. Это да, это, кстати, одна из фишек PSVR 2. Я офигел, что меня от него не укачивало. Вначале, когда я в самый первый раз надел шлем, немножечко голова начала к этому всему делу привыкать, и какие-то такие небольшие качения головы у меня были. Но это было в основном то, что я поехал в Gran Turismo 7 в гонку стоя. И тогда мозг немножко от этого охренел. Но после того, как я просто сел в кресло, надел шлем и поехал в Gran Turismo 7, то проблем как бы вообще никаких не было. Но у меня лично глаза от этих OLED-дисплеев, которые, да, это также OLED-дисплеи, только с более высоким разрешением, 2000 на 2040 пикселей. Это очень хорошо. Поэтому глаза, конечно же, уставали меньше, чем в первом PSVR. Во втором все с этим окей. Но, конечно же, все равно уставали. И уставали они меня где-то через 3 как раз часа. То есть, да, за 3 часа у меня полностью уставали глаза. Но опять же, как я говорю, это очень индивидуально. Если у вас, в принципе, глаза от дисплеев не устают, то я думаю, в этом VR, если вас еще и не укачивает, можно просидеть хоть часов 10, 12, 15, да, сколько вообще вам влезет. Это очень тоже интересный вопрос. Во-первых, я удивился, что на этих контроллерах есть также динамическое изменение упоров на триггерах. Я в целом сначала думал, что их там нету, ну потому что контроллеры, честно говоря, ощущаются, ну не очень качественно, я бы так сказал. Пластик вроде бы норм, но сами контроллеры, они такие легкие, и за счет этого, ну конечно же, да, руки у тебя не устают их держать, но тем не менее из-за этой легковизны, так если можно это сказать, да, они не такими качественными ощущаются, поэтому я думал, что также к на DualSense нет никаких динамических вот этих свойств триггеров.
Но, тем не менее, они там есть, и в игре по Horizon, когда стреляешь из лука, там это все отрабатывается, что очень круто. Ну а насчет зарядки, к сожалению, их неудобно заряжать, и даже я могу сказать, их неудобно настраивать, потому что дело в том, что когда впервые ты подключаешь PlayStation VR 2 к плойке, тебя просят два этих контроллера подключить по проводу. И поскольку провод в комплекте идет один на USB Type-C, тебе по очереди эти контроллеры надо подключать. И не дай бог, если тебя еще в этот момент будет какой-то контроллер разряжен. Тогда придется просто поставить его на зарядку и ждать, когда он зарядится, чтобы продолжить настройку PlayStation VR 2. На самом деле, я могу сказать, что сейчас цена устаканилась, и это не такие большие деньги для VR. Единственная проблема в том, что девайс как бы вот только-только вышел, и пока что на него достаточно мало проектов, и неизвестно, будут ли эти проекты выходить дальше, потому что если взять, в пример, PlayStation VR первую, то там как бы проекты-то были, но их не так много. А что будет с PlayStation VR 2, пока что, к сожалению, неизвестно. Подключать компьютер его тоже еще пока что никто никак не смог, чтобы это все дело завелось и работало адекватно. Поэтому тут остается только ждать. На момент мая 2023 года пока что ничего такого не придумали с PlayStation VR 2, чтобы можно было как-то взаимодействовать с компьютером и с теми играми, которые, например, есть под VR в Steam. Что было бы очень хорошо. Девайс бы сразу стал более популярным, потому что именно сам шлем, технологии, которые в нем используются, они хорошие, они классные. Это реально очень неплохой VR, вот как технология. Но сразу же забегая вперед, могу сказать, что лично для себя я нашел крайне мало игр и проектов, чтобы как-то прям долго наслаждаться данным девайсом. Поэтому я считаю, это на самом деле недорого. Во-первых, я и деньги не отдавал за него, потому что мне дали просто попользоваться месяцок, чтобы я свое мнение сформировал. Но у ребят, которые себе покупали PlayStation VR 2 целенаправленно, потому что у них была пятая плойка, и они хотели попробовать эту технологию, а они покупали на старте продаж по 60 тысяч, 62 даже. И никто не переживал насчет этих денег и говорили, то, что все эти впечатления вполне себе отбились. Но, конечно же, нужно понимать то, что те ребята, которые покупали себе этот PlayStation VR 2, у них до этого не было никакого VR, и они там где-то только в других местах там пробовали. То есть своего личного VR не было. Поэтому от этого тоже стоит отталкиваться. На самом деле, библиотека не очень большая, но именно по жанрам она достаточно разнообразная. Меня только печалит то, что какие-то суперпопулярные проекты, которые, например, есть в Steam, тут их нету. Да, есть, например, некоторые проекты, которые вроде как и в Steam есть, и на плойке. Это их, по-моему, один или два, или три. Три игры, по-моему, которые есть только и там, и там. Но в целом они работают по-разному, и геймплей, конечно, схожий, но тем не менее, это достаточно старые проекты. Хотелось бы увидеть побольше каких-то новых и интересных. И, кстати, они есть. Это тот же Резик, та же игра по Звездным Войнам. Мне очень понравилась игрушка про барабаны в каком-то аду. Это просто сумасшедшая, просто охерительная игра, которая мне понравилась очень сильно. Я в нее очень долго залипал. Но в целом, игры есть, разнообразие в них есть. Единственное, покупать придется через Турцию. И стоят они, кстати, не так дешево, как хотелось бы. Опять же, если смотреть с оглядкой на Steam VR, там, понятное дело, что в магазинчике есть игры, которые стоят вообще нифига. И игр там, естественно, больше. Но, как я говорил уже до этого, к сожалению, PS VR 2 нельзя подключать к компу. Если бы можно было это делать, тогда бы шлем вот просто вот свои, даже там пускай 60 тысяч, стоил бы прям вот как нужно. Вот прям хорошая бы была цена, реально. Вот это, кстати, тоже очень хороший вопрос, потому что по фоткам вообще нифига не понятно. И даже вот сейчас я вам буду рассказывать, вы все равно тоже особо не поймете. Смотрите, какая история. Пластик, по всем традициям Sony, он, ну, такой себе. То есть вот взять пятую плойку, да, вот эти вот сами панели, они, я бы не сказал, что супер качественные. Пластик не супер толстый, и обработка граней тоже не очень хорошая. PlayStation VR 2 плюс-минус такая же история, только с обработкой граней все окей.
Но, тем не менее, ты как-то вот трогаешь этот пластик, понимаешь, что он, ну, мог быть и лучше, конечно же, за эти деньги. Но при этом, если говорить про то, как все работает безукоризненно. То есть, сами вот эти контроллеры нормальные на ощупь, держать их, в принципе, окей. Естественно, единственное, что, вот, как я говорю, мне не понравилось, что они слишком легкие. Мне бы, наверное, даже чуть-чуть потяжелее бы хотелось. Но, тем не менее, по качеству, если просто вот откидывать какие-то предпочтения по пластику, все сделано хорошо, ничего не скрипит, не люфтит, никаких дрифтов стика тоже не было замечено. Может быть, у кого-то попадаются такие браки, я, честно говоря, не знаю, не смотрел насчет этого интернета, но, тем не менее, у меня было все окей, поэтому в целом все окей по сборке и по качеству. Антон, ну для сплитскрина не получится использовать, потому что та картинка, которая на телевизоре, у тебя и дублируется в очки, то есть тут именно повтор экрана идет. И это очень удобная фишка, когда ты играешь не один, а, например, в компании, потому что ребята будут сразу же видеть одну нормальную картинку, а не двойную, как, например, на некоторых играх на ПК, что у тебя там происходит в твоих глазах. И это очень классно, иногда, когда какие-то смешные моменты, сразу все это проглядывается, вы ржете и так далее. То есть для пати вот это вот вообще веселая вещь. Ну и в целом я сразу хотел оговориться, что PSVR 2 это VR не для тех, кто уже давно в этой теме, у кого там были различные шлемы для ПК и прочее. Это вот именно для тех, у кого есть PlayStation 5, и они хотят попробовать VR. Вот для них это прям вот, наверное, будет классная покупка, которая принесет какие-то классные эмоции. Вот это вот 100%. Но, опять же, покупка будет классная, если у вас, ну, есть лишние деньги на такую покупку. Если вы там собираете просто с миру по нитке, чтобы купить себе PlayStation VR 2, то в целом вы можете, ну, разочароваться по разным каким-то своим причинам. Мне, честно говоря, больше всего не понравилось PSVR 2, как я говорил, вот контроллеры. Контроллеры слишком легкие. Я понимаю, что это, опять же, это такая, это как на уровне придирки какой-то. Но мне почему-то вот это не особо заходило. Также мне очень сильно не понравилось, что к твоей голове прилегает поставка резиновая на шлеме. И из-за этой резиновой проставки ты постоянно потеешь. Вообще, в целом, вся внутрянка, которая будет прилегать к тебе голове, она резиновая. То есть, сзади такая подушечка, она из резины. Спереди здесь тоже такая очень большая резиновая прокладка идет. И из-за этого, во-первых, ты потеешь, ну и, во-вторых, это все еще следы такие оставляет. На некоторых VR-шлемах сделана такая подушечка, типа полутканевая, из какого-то специального материала, который может впитывать пот, и потом с этой подушкой ничего не происходит, она там не воняет и так далее, ее там, не знаю, тряпочкой какой-нибудь протер влажный, и все окей. Но, тем не менее, знаете, если вы сильно потеете, особенно при игре VR, в PSVR 2 вы будете потеть крайне сильно, лицо у вас, ну, я не знаю, там может просто из-под этого VR-шлема течь, если какая-нибудь игра очень активная. А, ну и, конечно же, сильно не понравилось, что нужно подключать эти гребаные контроллеры по USB Type-C во время настройки. Ну это просто верх дебилизма. Почему? Зачем они это сделали? Почему от этого нельзя отойти, я не понимаю. Но это, на самом деле, предъява не только к PSVR 2, это, в принципе, и к DualSense, и вообще к политике Sony, что тебе обязательно контроллеры при первом подключении нужно подключать по проводу. Что за хрень? Да, понятное дело, что Акума у нас есть как раз на контроллерах, у самого шлема Акума никого нету, он подключается, кстати, всего по одному кабелю, по USB Type-C, от чего я просто офигел. Кабель длинный, удобный, то есть, понятное дело, если бы VR был беспроводной, это было бы мега удобно, но, к сожалению, по кабелю. Но, тем не менее, его можно закинуть за спину, и он в целом не будет тебе так сильно мешаться, но в любом случае об него можно спотыкнуться, а из-за того, что это прям цельный кабель, у него нету системы быстрого размыкания, как это бывает, например, на каких-нибудь контроллерах проводных, можно за собой повалить все. Но про качество экранов я говорил, это OLED-матрица, все так же, как было в первой версии, но, тем не менее, разрешение выросло 2000 на 2040 точек, и мне, честно говоря, этого было достаточно. У меня не было такого, что типа, блин, какой экран, что-то слишком пиксельный. Да нет, нормально. Мне вполне себе это все заходило. И да, если говорить про аккумуляторы, то мне хватало заряда надолго. То есть, сколько я отыграл? Наверное, часов
6-7 совокупности однажды я отыграл, и у меня где-то только на 7-8 час сели вот эти вот контроллеры. Я их потом спокойно ночью зарядил и потом еще такую же сессию провел. У некоторых, я знаю, даже еще больше они проживали, поэтому тут, наверное, зависит в большей степени от того, сколько ты играешь и в какие игры ты играешь. Написано, что вес шлема 600 грамм, но на самом деле учитывайте ту штуку, что 600 грамм у вас будет на лице, и эти 600 грамм это, ну, как бы не в руках держать, а это вот тут вот, вот на голове. Понятное дело, чем у вас будет прокачаннее шея, тем лучше, но так вот для меня, я это вес, я его вполне себе так нормально чувствовал, поэтому тут нужно находить удобное положение шлема, чтобы он не натирал нос и не натирал здесь вот тебе нигде сзади. Я это нашел не с первого раза, но со временем нашел и в целом как бы особо не напрягался от этого. Но 600 грамм, они ощущаются реально. Юж26 написал очень много всего, но я тут хочу выбрать те штуки, о которых он написал, потому что на них нужно ответить обязательно. Да, вибрация есть, разрешение картинки нормальное, у меня, по крайней мере, никаких проблем с этим не было. Ясен фиг, если вы будете сравнивать с какими-то топовыми VR-шлемами и с компом, у которого там 2.40.90 стоит, там, естественно, графика может выдаться лучше. Но, тем не менее, то, что выдается на PlayStation 5 в PSVR 2, меня это более чем устраивало. Да, в некоторые моменты, конечно, я видел пиксель. Специализацию. Без этого никуда. Потому что все-таки дисплей у вас находится прямо перед глазами, вы там это все дело можете увидеть, но в целом это не напрягает вообще. А вот размытие в движении напрягает. И оно в зависимости от игр где-то больше, где-то меньше. Я слышал какие-то лайфхаки, то что это можно там понизить где-то что-то разрешение, и за счет этого это размазывание будет меньше. Кто-то на это размытие в движении очень сильно реагирует, кого-то из-за этого прям укачивает. Я же, как говорил, человек, которого укачивает вообще все, в принципе, в этой жизни. Меня это дело вообще никак не задевало и вообще никак не укачивало. Поэтому в целом я даже не искал лайфхаки, как это сделать как-то поменьше, вот это самое размытие. Поэтому если у вас, например, есть шлем, и вы думаете покупать, и вы как раз боитесь этого размытия, то в целом не бойтесь, там есть лайфхаки, чтобы это все дело убрать. Но, понятное дело, если сравнивать с какими-то крутыми шлемами, еще раз я скажу, то да, здесь размытие есть, и да, его можно будет увидеть, поэтому если вдруг что, вот как бы да, оно присутствует. О да, наконец-то мы дошли до вопросов про GT7, потому что в основном именно ради этой игры я и попросил шлем на тест. И это просто охрененно, друзья. Прям реально охрененно. Потому что в те времена, когда был PlayStation VR 1, я как раз вот тестировал в Drive Club. И меня тогда укачало очень сильно. Я буквально через 10 минут мне хотелось уже плевать просто везде. На стены, на потолок и на все, что я только видел. Здесь же я охренел от того, что даже стоя, проехав трассу в Gran Turismo 7, меня, во-первых, не укачало. А во-вторых, какое там нафиг ощущение скорости. Это просто не передать словами. Ты как будто едешь в реальной машине. Кто-то может сказать, что может быть я приукрашиваю, но я не знаю. Для меня вот это как бы такое ощущение, оно было ново, но у меня это пока что как бы не сильно так я к этому всему делу привык, и мне это очень сильно понравилось. За счет этого я долгое время реально думал, что из-за того, что я прям ощущаю скорость, ощущаю свое присутствие в автомобиле, я проеду трассу быстрее. И даже вот, когда у меня был стрим, как раз в Gran Turismo 7 плюс PlayStation VR 2, я прям, ну, говорил, что да, мне кажется, что я проезжаю трассу быстрее. Но на самом деле нет. Я провел специально тестирование, где проехал на геймпаде на одной и той же машине по одной и той же трассе. И что в VR, что на геймпаде у меня время практически одинаковое. В VR при этом получилось еще даже хуже. Потому что, наверное, я слишком сильно аккуратничал, потому что все-таки присутствие вот это в машине чувствуется. Из-за этого ты, естественно, проходишь повороты более аккуратно, и из-за этого, к сожалению, иногда это не лучшую сторону по времени получается. Ой, а как Gran Turismo 7 можно разглядывать автомобили, друзья? Это просто капец. Вот ради только этого режима можно покупать PlayStation VR 2, потому что поразглядывать какие-то эксклюзивные машины, которых сейчас уже вообще, не знаю, практически не существует на этой планете, и там чуть ли не понюхать глушак,
это просто красота. Именно PlayStation VR 2 тебе это даст. Поэтому если вы хотите в VR играть Gran Turismo, у вас просто нет выбора, вам придется покупать PlayStation VR 2, чтобы все это прочувствовать и понять хотя бы для себя. Можете вы свою любимую гонку играть вот в таком стиле? Или лучше все-таки остановиться на каком-нибудь там мониторе, телевизоре и при этом геймпаде? И кстати, да, у меня же эти впечатления еще при игре в VR на геймпаде в Gran Turismo. Я думаю, если бы там был еще у меня, ну, нормальный кокпит, там, с рулем, педалями и КПП, я бы кайфанул еще больше. Но, к сожалению, у меня на тот момент тогда не было руля, и я не мог это никак проверить, но на геймпаде тоже все супер. Вот это, конечно, еще одна печалька для людей, которые любят вот такие утехи в VR. К сожалению, на плойке, ну, такого нет. Только если ждать каких-то порно-VR-игр, которые, скорее всего, будут запрещены. Ну, не пропустят сами Sony. Ну, вы же знаете этих японцев. Хотя, кстати, японцы-то как раз это и любят. Короче, тут странная история. Но нет, этого контента нету. Вот, кстати, тоже интересный вопрос, потому что сам шлем, чтобы вы понимали, он вибрирует. И на некоторые штуки, когда ты там тоже нажимаешь, тоже какая-то вибрация проходит. И эта вибрация очень приятная. То есть нет такого, что у тебя там что-то где-то завибрировал шлем, и ты такой: «А, блин, что за херня? Где это отключить?» Тут прям приятно, не напрягает. И даже если ты вдруг шлем этот как-то, ну, криво-косо надел, да, и он тебя натирает, но тебе уже лень его перевешивать, вибрация также тебе, ну, хуже ничего не делает. Поэтому вибра тут прикольная, но если ты имел в виду вибрацию на контроллерах, то она также приятненькая. Ничего такого, как вибрация на DualSense в этих контроллерах. И, как я говорил, настройка устройства на самом деле душная. Она вроде бы понятная, вроде бы легкая, но при этом все равно какая-то душная, как мне показалось. Опять же, у меня не было опыта с обычными VR-ами, которые подключаются к компьютеру. Скорее всего, там может быть настройка еще более душная и менее понятная за счет каких-нибудь там интерфейсов. Но в целом здесь все сделали хорошо. Настройка реально понятная. Но мне почему-то хочется, чтобы я вот этот шлем просто взял, подключил, настроил внутри линзы, которые настраиваются прям со шлема при помощи крутилочек, и все, и погнал играть. Но, к сожалению, это не так, потому что здесь подключи шлем, настрой шлем, подключи контроллеры, настрой контроллеры, очерти вокруг себя территорию, за которую нельзя заходить. Причем очертить нужно очень аккуратно, чтобы VR нормально себя чувствовал в этой комнате. Потому что если вы где-то что-то как-то неправильно сделали, то у вас эта стена будет появляться постоянно. То есть вот эта вот территория, которую я очертил, ее край был от меня на достаточном расстоянии, но при этом в игре он показывался так, как будто я уже вылез за этот барьер. И это было очень странно, поэтому здесь нужно прям вот все аккуратненько настраивать, и все будет как надо. Один раз настроили, все, больше к этой настройке не возвращаетесь. Вот это, конечно, кайфово. Ну и, конечно, совместимость с играми. Здесь на самом деле история такая. Я думал, то, что будут доступны абсолютно все проекты с PlayStation 4 и как раз от первой версии PlayStation VR, но не так. Почему? В маркете доступны игры, которые именно для PlayStation VR 2. Какие-то, я как понял, проекты есть от первого VR, но, честно говоря, я их не тестировал. Не знаю, будут ли они работать на втором VR или нет. Может быть, да, а может быть, нет. Но, тем не менее, как-то так. Я ожидал то, что проектов будет больше, и я думал, что у первого VR проектов было больше, но на самом деле нет. Вот я вам буквально показываю весь VR-магазин, который есть, поэтому вы сами можете посмотреть проекты, которые вам приглянулись. В целом, как я сказал, игр хоть и немного, но они достаточно разнообразны, поэтому найти во что поиграть все-таки есть. Но понятное дело, что огорчает, нет таких проектов, как там Beat Saber, VR Chat там, и прочие прикольные угарные проекты, где можно было бы классно позалипать в VR. Здесь есть их заменители, ну кроме, наверное, VR Chat, но это все равно как бы немножечко не то. Ну а в целом, если вы хотите погонять, есть, это Gran Turismo, если вы хотите пострелять, есть проекты, если вы хотите побарабанить по барабанам, черт возьми, охеренная игра, есть. Единственное но, как я сказал, стоимость все-таки у них почему-то больше. Причем больше даже, чем у некоторых аналогичных проектов, которые есть в Steam, что максимально странно.
Поэтому, исходя из всего этого длинного ролика, черт возьми, я думал, он будет короче, тут остается выбор только за вами. Вы смотрите просто, как бы, во-первых, по деньгам, потому что, понятное дело, удовольствие не самое дешевое, но тем не менее, если вы хотите купить подешевле, моим ребятам делается скидка в G-Trade, поэтому переходите туда, ссылка находится в описании. У меня уже некоторые мои друзья там покупали. Сервис, друзья, просто пушка. Привозит вам очень быстро, в красивом пакетике, все как надо. Ну и, конечно же, нужно понимать, ради чего вы покупаете эту штуку. Просто так от балды явно VR покупать не стоит. Тут нужно посмотреть, во что ты хочешь поиграть, и обязательно где-то протестировать, наверное, сначала себя на VR-пригодность вообще. Но только с каким-то нормальным шлемом. Не с дешманскими, как я себя тестировал, после чего вообще разочаровывался в VR и ничего не хотел. Поэтому эта штука очень и очень индивидуальная. Я считаю, что это просто нужно пробовать. И там уже смотреть, стоит покупать или нет. Для себя же я понял, что я бы ее оставил только для Gran Turismo 7 и катался бы в VR на руле и кайфовал. Но это не было бы эффективно. Это было бы просто чисто для своего какого-то удовольствия прокатиться внутри какой-нибудь крутой машины и посмотреть на нее со всех сторон изнутри. Это реально кайфовое ощущение. Ну и, конечно же, игра про барабаны. Поэтому как-то так, друзья. Надеюсь, на какие-то ваши вопросы я ответил. Пишите об этом всем в комментариях. Ну и, конечно, не забывайте ставить большие пальцы вверх. А если вдруг не подписались на канал, подписывайтесь. Так что так, без этого не будьте плохими людьми, будьте хорошими, те, которые подписаны на мой канал. С вами был Дима OnePoint. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока.